Дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Это Black Mesa. И меня, как всегда, зовут Сережа. И мы продолжаем прохождение. Да, да, я понимаю, что это тяжело. Но прошлая серия была для нас с тобой тяжелой. Борис, мы помним Бориса. Если ты не понимаешь, о чем я, то обязательно посмотри предыдущую серию. Там тяжелая судьба Бориса, но который самый настоящий охранник комплекса. Да, мы с тобой продолжим. Память о Борисе, как минимум. Мы спасем все, чтобы его жертва не была напрасна. Да, кстати, так я и не понял, куда мне идти. Для начала. Ага. А ты... Это было очень четко. Так, а куда мне можно вообще пойти? Ага, кстати. А чё патроны не берутся? Потому что... Блять. Потому что пошел я нахуй, я так понимаю. Может, сюда нам? Или я отсюда приплыл? Подожди, я отсюда приплыл, по-моему, нет? Угу, не сюда. Ты чё там, падла? Слушай, у нас остается только... Ага, вот еще куда-то можно. Туда же можно? Ука. Да-да-да, лестница. Ну нет. Ай, блядь. Ты на голову упала. Не сюда. Сука. Ну туда только этот проход, где он? Вот этот только нам остается. Ну погоди, они там что, зайца поймали или что? Сука. Почти. Да ты, блядь! Мышь сраная. Пострелял, я такой хи-хи-хи и убежал. Где ты? Грязь. Да сука. В жопу себе постреляй там, козел. Подожди. Я понял. Физика. Модернфакер. Еще таких надо, наверное. А этот как-то завести может, нет? Не, вряд ли. И еще есть такие. Есть где-то еще такие вообще? Сука, козел, блядь. Это стоит там, пиздит, стреляет. Поднялась, нет? Нет, да? Хорошо. Ага. Еще? А где еще? Слушай, я не знаю, где еще бочек взять. А где еще бочек взять? Только я поднимусь, я его ломом отпизжу.
Неужели здесь? Да где-то, да ёб твою за ногу, дайте проплыть. Здесь нету. Но есть вот ящик. Он вообще поможет, нет? По-моему, просто игра хочет, чтобы я именно бочки тащил. А где мне их взять, хуй знает, да? Слышь ты. Покажись, сука. Ну давай, вылазь. Заебал. А где бочки-то взять? Вот эти? О, а работает? Конечно, блядь. Охуенно. Они даже не работают. А, ты собака такая. Спряталась там. Я пистолет под водой стреляю, да, оказывается? Я понял, ящики это хуйня, ящики у нас не работают. Ну, конечно, конечно, да, хуяка сработала, ага. Ну, под водой, да, я обычно перезаряжаю, ага. Пистолеты, дробовики. Автомат, главное, не стреляет, а вот пистолет, да, может. Не вставай. О, патрончики. Не вставай. Ну, блядь! Я так и знал, сука. Я вот прям так и знал. Я же надеюсь, мне сюда. Ох, подышать, подышать. Ага. Дробовик не работает под водой. Пистолет работает. Занято, да? Извините. Так, а что это? Ай-яй-яй, а куда? О-о-о! А, воздух, воздух. Куда меня оттащило? Чего это? Стрелы? Что? Блядь! Да иди нахер. Что ты тут? Это просто доктор. Да? Ты кто? Раз, два, три, четыре. А кто считал и зачем? Подожди, что-то я воду пока вообще не хочу. Это что-то какое-то очень страшное говно было в воде. Да, и вот повыше, пожалуй.
Да. Говорят, выловили в бездне Челленджера. Но я убежден, что еще неделю назад таких тварей в земных водоемах не плавало. Я вот тоже к этому больше сталкиваюсь. Похавать себе взял, да? Ружье-транквилизатор. Хотя я не уверен, что оно подействует на этот вид. Никто не запрещает тебе это проверить. А, так намекаешь, да, чтоб я пошел проверил? Проверил ружье. А, там арбалет. Это что, прям вот так вот просто вот так вот, да, делаем? Оп. Уф. Ля. О! А что, берегись? Ну тут все. Нахер иди! Ля, ты какой красавчик. Так, ну куда? И на превью пойдешь. Бля, какое. А можно поднять, да? Нет, нельзя. Ладно, это какая минута? 11-я. Надо будет тебя не забудь на превью взять. Так, а о, вижу, вижу. Я, блядь, вон нахуй сейчас, блядь. А, воздуха, дайте я подышу на дорожку. Арбалет под водой, я понимаю, да, как работает. Окей, вообще вопросов нет. Несомнительно, просто окей. Но только он так хорошо не должен лететь. Сопротивление, потому что в воде, все дела. О. Сколько, 10 патронов максимум? Ладно. Естественно. Как же мы без загрузки? Прыгни ты на него, в смысле? Фью! Моя очередь. Что, тут тоже ебака где-то? А, блядь. Ага. Мне сюда типа. Чё? Ладно. Ага. Там. Ты! Падла. Это был Джимен опять. Я не уверен, кто это. Если ты прям шаришь, напиши в комментариях, потому что я не могу точно объяснить, кто это. Но это какой-то из другого измерения, вроде как, челик. А, чё я туплю, подожди. Ага.
Ну, та иди нахуй. Сука, падла. Вам не надоело, а? Да на тебе еще. Мне, так понимаю, глубоко надо, да, куда-то опуститься? Или что? О! Нихуя! Какой нахуй незначительный перелом? Фу, дура напугала. Ко мне куда вообще? Мне вообще точно сюда? А, ну все, до свидания. Ага. Ага. Угу. А нахер я сюда вообще залез? По итогу ты чё? Так, хорошо. Одну ебаку я завалил. Нет, сейчас вторая выстрелится. Ага. Хорошо. А что нам делать-то? Как-то по трубе спускаться? Или что вообще? Ага. Я просто не совсем по им понимаю. Ну, точнее, я совсем не понимаю. Давай сохранимся. Там закрыто. Кубы что-то крутить? Нет. Что-то здесь? Нет. Ой, закрыто, закрыто. Ага, угу. Я что-то не пойму вообще, что делать. Я здесь не вижу ничего, с чем можно взаимодействовать. Только вот эту вот коробку и полуоткрытую дверь. А что мне с этим делать? Может, я что-то там должен был сделать в другой комнате? Давай проверим.
Что-то я, у меня тут что делать идеи нету. Есть трубы, которые... А, мне вон вообще наверх как-то нужно, походу, попасть. Вот как-то сюда вообще. А как? Хер знает как. Генераторная, хорошо. Идем в генераторную. Вот она. Джимен пошел туда. А, мне нужно... Не, подожди, я что-то так и не дошел. А че я туда не дошел? Что я лох, получается? Ага. Ага. А, блядь, прикольно. Ага. Классно вы это придумали. Ну почти. Зато броню забрал. Хуй знает зачем. Но забрал. Тихо. Турбо порося сраная. О, нормально. Разобрались. Молодец. Мы, кстати, говорили. Надо читать. Ворка Донги, Донгар Воркер. Здорово. А ты тут чё? Гордон Фримен? Да. Верно? Это я. Ученые следили за вами через систему безопасности Черный Лес. Да. К сожалению, военные тоже. Ваш костюм просто нашпигован жучками. Но лучше уж так, чем совсем без защиты. Согласен. Там очень холодно, так что не медлите. А где? Энергии вашего костюма надолго не хватит. Если хотите попасть в комплекс Лямбда, то придерживайтесь складских помещений, где в системе безопасности полно дыр. Угу. Потому я и жив все еще. Ок. Запомнил? Ой-ой-ой, холодно. Тебе не холодно? Ты ж голенький стоишь. Значит, дыр. Очка. О. Не так холодно. Новая локация. Им там не холодно, интересно, тем, которые там стояли. В усиках все голенькие. Ой, это я знаю, это нам сюда, кажется, да? Ну, не совсем, видимо. А! Охеревшие, что ли? Топ-секрет. Что это? Что это, блядь, портфель? Каменный. Ну, охереть теперь.
Ничего не понятно, но очень интересно. Фриман, да? О, да. Вам просили передать. Постарайтесь, нет. Нет! Это брат Бориса! Сука! Нет! Я знал твоего брата! Это был Борискин брат! Сука, где это, блядь? Давай вот здесь так сделаем. Где эта мразь, сука? Мразь. Бориска. Ага. Вот эта штука, кстати, пригодится. Вертолет. А можно вот так вот? Тише. Че вы, блядь, мыши? Полетели, блядь? Нет? Не полетим? Я так понимаю, нам сюда, да? Блять! Пизды дали. Требуется медпомощь. Хороший удар. Это тот тип? Ага, мы его взяли. Так, ну-ка, помоги-ка мне с ним. Боже, какой он тяжелый. Это не такой же тяжелый. Че они преувеличивают? Дебилы. Система жизнеобеспечения. О, здравствуйте. Морфий введен. Ага, тело какое тело, да, я так понимаю. Так, ну, я вот так нажму сохраниться. И продолжим с тобой в следующей серии. А ты подписывайся на канал, жмяка на колокольчик и оставляй комментарий. Всех обнял, приподнял, покружил, на мест поставил. С чем пока.